спорту тянуло, были такие вот определенные качества, как сейчас модно говорить, лидерские в своем детском коллективе. Но с какого-то момента вот этого одного характера стало очевидным, что этого уже не хватает. Для начала пошел в бокс, мне быстро сломали нос, и поскольку я долго не мог ходить на тренировки, как бы это бокс постепенно ушел. Вот потом, когда обратил внимание на борьбу с самбо. И надо отдать должное Анатолию Семеновичу Рахлину, который не отсекал ребят, которые на первый взгляд не показывали таких выдающихся перспектив при первых шагах. Я помню, как он тесты проводил, заставлял, допустим, нас подтягиваться, да, кто сколько может. Потом отсекал некоторых, кто подтягивались больше, чем, допустим, я или другие мои друзья, с которыми потом по жизни много лет провели вместе. Спустя много лет мы спрашивали, а почему же вы отсекли тех, которые подтягивались больше, чем мы, оставили нас? Он говорил, ответ был удивительный. Он сказал, что я видел, что те, которые больше вас подтягивались, они могли подтянуться еще больше, но они не стали этого делать, бросили. А вы до конца, вот то, что могли, все отдавали. Так я оказался в борьбе, и я очень благодарен Анатолию Семеновичу Рахлину за то, что он многие годы сопровождал и меня, и моих друзей по жизни. А потом мы из самбо перешли всей группой в дзюдо, начали дзюдо заниматься, когда дзюдо начали культивировать в Советском Союзе. Он ходил ко мне домой, встречался с родителями, а мы были очень скромная семья, рабочая семья. Вот. А все-таки тренер, в советское время тренер, вот это такая, если не элита, как сегодня модно говорить, но тем не менее, ходил к нам в коммунальную квартиру, разговаривал, с родителями, сидел с ними чаи распивал, уговаривал их, чтобы они не препятствовали моим занятиям спортом. В протяжении всей истории человечества нас сопровождают различные конфликты, и в том числе вооруженные конфликты, с тех пор, когда оружие возникло. А до этого просто, наверное, дрались вручную. Вот спортивные соревнования, они позволяют выпустить пар, что называется, и перенести вот этот дух соперничества на абсолютно мирную почву. Вот такой есть очень жестокий вид спорта, жесточайший, если вообще спорт назвать можно. Это бои без правил, так называемые. Но обратите внимание, как там бойцы друг к другу относятся. Или посмотрите на боксеров, тоже достаточно жесткий вид спорта. Но разные люди есть. Те, кто ведут себя неспортивно, их отторгает само сообщество. И наоборот, воспитывается уважение к партнеру, забота даже о нем. И при всей жесткости самих соревнований. Что дает характеру единоборства? Это не командная игра. В команде можно сочкануть, спрятаться за кого-то. Здесь только ты и твой визави, партнер. Философия дзюдо очень, на мой взгляд, глубокая. К сопернику уважение? Вообще, да. К сопернику, к тренеру, к команде. Чрезвычайно важная вещь. Это же, он называет его еще мягкий путь. Это такая вещь не острая, но надежная и эффективная.